Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики, гости моего канала. Сегодня хочу представить вам вот такой красивый и в то же время достаточно простой цветочек, который вяжется в виде ленты, а затем эта лента подшивается по спиральке. Очень просто выполняется, доступен даже начинающей рукодельнице, если вы только-только делаете первые шаги в обучении крючком. Вот такой получается цветочек. Покажу, как этот цветочек смотрится из более толстой пряжи секционного крошения. Видите, совершенно по-разному наши цветочки смотрятся. И наоборот, с более тонкой пряжей, такой яркой секционного крошения, такой веселый получится у вас цветочек. Присоединяйтесь. Смотрите новые мастер-классы на моем канале, пишите комменты, ставьте лайки, ну и, конечно же, вяжите вместе со мной. Начнем выполнение нашего цветочка. Начинаю выполнение нашего цветочка с 5 воздушных петель. Обращаю ваше внимание, что я оставила вот такой вот длинненький хвостик, я потом именно этой нитью буду сшивать наш цветочек. И выполняю 5 воздушных петелечек. 1, 2, 3, 4, 5 выполнила. Далее выполню еще одну воздушную, она нам нужна для перехода, и выполняю столбики без накида. Ввожу крючок во вторую петлю от крючка и выполняю столбик без накида. Считаю первый столбик, далее второй, далее я вяжу полустолбик и выполняю 2 столбика с одним накидом, первый и второй. Вот такой лепесточек, можно сказать, сегментик готов. Всего мы должны выполнить 15 таких лепестков. Я выполню, начну выполнение следующего, вы продолжите самостоятельно. Мы выполняем 5 плюс 1, то есть 6 воздушных петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ввожу крючок во вторую петелечку от крючка. Выполняю столбик без накида, первый, второй и так далее. Напоминаю, всего таких лепесточков должно получиться 15. Мы с вами выполнили 15 вот таких маленьких аккуратненьких лепесточков или сегментиков. И сразу хочу заметить, что если вы хотите цветочек побольше, то количество лепестков у вас будет не 15, а немножко больше. То есть тут вы регулируете самостоятельно. И после того, как выполнили 15 таких лепесточков, мы будем выполнять 15 немножко больше лепесточков. Точнее, лепесточки будут у нас с вами немножко больше. Мы выполняем 7 воздушных петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И одну воздушную для перехода выполняем вот таким образом. То есть всего у нас получилось 8 воздушных петелечек. Вводим крючок во вторую петлю от крючка, выполняем столбик без накида. Далее вяжем еще 2 столбика без накида. Всего 3 выполнили. 3 столбика без накида. Далее полустолбик. У нас с вами остается выполнить 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Вот такой лепесточек у нас с вами получился. Я начну выполнение следующего лепестка. Вы продолжите самостоятельно. Таких лепесточков я тоже буду выполнять 15. Один готов, приступим к выполнению второго. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и еще один
1 воздушная, точнее 8. Далее 3 столбика без накида и полустолбик. Далее 3 столбика с одним накидом. Так мы выполняем 15 таких лепесточков. Мы завершили выполнение наших более длинных лепесточков, и нам остается выполнить еще 15 еще более длинных лепестков. Давайте посмотрим. Я свяжу один лепесточек. Опять же, выполняется он очень просто. А вы продолжите самостоятельно. Мы выполняем 10 воздушных петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполнили. И теперь одну петелечку выполняем для перехода. Выполнили. Всего получилось у нас 11. Вводим крючок во вторую петлю от крючка. Выполняем столбик без накида. Далее мы с вами выполняем еще 2 точно таких же столбика без накида. Всего 3. Это второй столбик и третий. Далее 1 полустолбик. И далее вяжем столбики с одним накидом и считаем. 1, 2, 3, 4, 5 и последний 6. Выполнили. Смотрим на наш лепесточек. Вот видно хорошо, что он немножко длиннее, чем мы выполняли ранее. Поправляем. И напоминаю, таких лепесточков должно быть 15. Первый готов. Я начну выполнение второго, вы продолжите самостоятельно. Выполняем 10 плюс 1, 11 воздушных петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Во вторую от крючка петелечку, столбик без накида. Еще таких же 2. Далее полустолбик. И далее столбики с одним накидом. Вяжем 15 таких лепесточков всего. Я выполнила ленту с лепесточков, как мы с вами договаривались. То есть 3 вида лепестков по 15 штучек. Коротенькие, средние и самые длинные лепесточки. И мы продолжаем с вами работу. Количество лепестков, кстати, вы можете регулировать абсолютно самостоятельно. И мы продолжаем работу. Выполняем 1 воздушную петелечку подъема. И вводим крючок под столбик. Выполняем столбик без накида. Далее у нас будет воздушная. И выполняем между лепестков столбик без накида. Воздушная, под столбик, столбик без накида. Воздушная, между лепестков, столбик без накида. Таким образом, вы видите, как бы немножечко подтягиваем. Воздушная, столбик без накида. Все очень просто. Воздушная, столбик без накида, между лепестков. Воздушная, столбик без накида. И так мы с вами выполняем до конца нашей ленты. Я завершаю выполнение нашего ряда. И после того, как выполнила воздушную петелечку, ввожу крючок в воздушную петлю нашего самого первого лепесточка, в самую первую воздушную петелечку. Выполняю столбик без накида вот таким образом. Ряд завершен. И вот я покажу. Наша ленточка, она как бы, вот видите, в спиральку начала закручиваться. То есть мы начали подтягивать наши лепесточки. И выполним последний ряд. Он тоже будет подтягивать наши лепесточки. То есть выполняя воздушную работу, разворачивая.
И теперь мы просто под воздушное, которое с вами выполняли, вводим крючок и выполняем столбики без накида. Столбик без накида, под воздушную выполняем столбик без накида. И тем самым мы подтягиваем нашу ленту. Столбик без накида, столбик без накида. И так выполняем опять же до конца нашей ленты. Она у вас прям так будет аккуратненько и красиво закручиваться в спиральку. Мы завершаем выполнение нашего ряда. И вот я выполнила столбик без накида под воздушную. Далее ввожу крючок в воздушную петелечку подъема, выполненную в начале предыдущего ряда. Захватила за две ниточки и выполняю столбик без накида. И смотрим, у нас получилась с вами вот такая, можно сказать, смешная длинная спиралька. И нам что с вами остается? Остается взять, закрутить наш цветочек и подшить ниточкой или этой, или с той стороны обрезать и подшить. Я вот таким образом сейчас начну закручивать аккуратненько. И вы в процессе закручивания вы уже будете, можете просто закрутить, посмотреть. А потом закручиваете и сразу подшиваете. Вот таким образом. И я выполнила лепесточки из пряжи секционного крашения. Вот такая, видите, я именно хотела показать вам, спиралька вот такая получилась. И после того, как я подошью, мы посмотрим, какой у нас такой интересный, веселый цветочек получится. И еще один цветочек из пряжи секционного крашения. Но тут секции такие, видите, очень-очень длинные. Ну, так будет смотреться. И опять же, я вам сейчас покажу спиральку саму. Вот она такая. Видите, да, то есть нам остается только сшить наши цветочки. Я подшила нашу ленту, и у нас получился вот такой красивый, нежный и в то же время достаточно простой цветочек. Такой цветочек может связать даже начинающая рукодельница. Посмотрим на изнаночную сторону. Вот я специально ниточки не стала убирать. Хорошо виден шов. Я подшила по спиральке, видите. Еще раз посмотрим. И давайте посмотрим, на как наш цветочек выглядит из пряжи секционного крашения. И пряжа достаточно толстая такая, видите. Тоже очень аккуратненько и нежненько. Из более тонкой пряжи. Ну, такой веселый, я бы сказала, даже смешной цветочек получился. Из пряжи секционного крашения. Яркий и интересный. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте писать комменты, ставить лайки. Ну, а самое главное, конечно же, вяжите вместе со мной. Творческих вам успехов!